Сама природа отдыхает. Сергей, вот сейчас комиссия здесь работает, я распоряжение подписал. Я думаю, дней 10 они поработают, я также вас проинформирую. И параллельно с этим, Сергей Иванович, я не говорю, мы по вашему поручению обследовали дворы, обследовали территории школ, детских садов. То есть мы практически с понедельника выходим и на внутридворовые территории, то есть приводим асфальтовое вот это вот состояние, разравниваем где-то раскопки. То есть вот у нас задача стоит до 15 августа вообще территорию этого микрорайона привести в надлежащее состояние, в том числе и внутри.